안녕하십니까? Hello, everyone. здравствуйте, дорогие участники. Я благодарю за то, что мы стоим перед Словом Бога. Сегодня мы прочитаем Евангелие от Марка, 12 главу. 12 глава, будем читать с 1 стиха. Пожалуйста, откройте Евангелие от Марка. Иисус Христос чеки марсмажита. Хан сарами подомл мандерло сануру тру чепчану куйрул паго мангдере чику номбойке сэро жуго тауи. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, и говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим. Прочитали по 9 стих. Да, Библия рассказывает нам о духовном мире, о мире сердца. То есть, она отмечает, что нет смысла и пользы в том, что человек надеется на себя. Фермеры делятся на две категории. У некоторых фермеров есть собственный участок, и на нем они занимаются земледелием. Независимо от результата, все доходы земли станут их принадлежностью. А у фермеров-арендаторов ситуация выглядит совершенно по-другому. Как бы эти фермеры усердно не трудились, половина дохода земли уходит к хозяину. И им нужно прожить и заниматься земледелием дальше за счет оставшейся половины. Вдобавок им нужно покупать удобрения и агрохимикаты. Также нужно нанимать работников, так как он не сможет работать один. Поэтому он не получает большой прибыли в конце концов. Тем более, не все согласятся отдать землю в аренду. Хозяева не хотят дать землю ленивым фермерам, так как с них не будет большого дохода. Поэтому есть большая разница между этими фермерами. Фермерами, которые занимаются земледелием на собственном участке, и фермерами, которые снимают в аренду. Такую разницу мы можем увидеть и среди рыбаков. Если он ловит рыбы на своей лодке, то вся добыча станет его собственностью. Но если он будет ловить рыбы на чужой лодке, то хозяин лодки забирает половину из добычи. И мало что остается после того, как они расплачиваются с бензином и с арендой. Но понимаете, для тех, у кого нет земли своей или лодки, им приходится, они вынуждены взять в аренду. Иначе эти люди умрут от голода.
특히 여러분 한국 같은데 요즘 이제 농업에 발달이 돼가 같은 농사를 지어도 сейчас в Корее аграрные технологии очень сильно развиты. 요즘 벼에 그 수확량이 많이 난 품종이 개량이 되고 그래서 좀 농사 괜찮은데. Да, люди разработали урожайный сорт пшеницы. 옛날 재래종에는 농사할 때도 벼도 별로 나지도 않고. А люди раньше пользовались исконным сортом, поэтому не получили много урожая. И так как у многих фермеров не было своей земли, поэтому они жили бедной жизнью. Да, и в принципе история, которая в Евангелии от Марка говорит о том же. Был один фермер, и у него не своего участка. И он работал на чужом участке, поэтому ему было тяжело, он был бедным, он всегда голодал. Даже когда дети заболеют, у них не было возможности обратиться в больницу. Иногда они голодали. И даже когда появлялись дырки на обуви, то они не могли купить новую обувь. Но и с другой стороны, они должны были усердно работать, чтобы на следующий год взять землю в аренду. Поэтому с трудом он сводил еле концы с концами. Но однажды, когда он шел дорогой, встретил одного владельца участка. «Ой, здравствуйте! Ой, давно мы тебя не видели. Ой, я и так хотел с тобой поговорить». Да, и хозяин говорит, ты вечером ко мне в гости зайдешь? Ой, вы меня к себе приглашаете? Конечно, я пойду. И вечером этот молодой человек пошел к нему в гости. Эй, заходи, заходи ко мне. Вот как раз мы приготовили ужин. Ты еще не ужинал? Нет, нет, я поел. Это все в порядке, я знаю. Вот, присоединяйся к нам. И они начали ужинать вместе. На столе было много еды, много блюд, которых не видел этот молодой фермер раньше. Ну что, ты сыт? Да, я поел хорошо. Нет, я все знаю. Давай, возьми добавку. Еще есть. Ты поработал и должен быть ты голоден. И этот фермер был очень благодарен хозяину. И после ужина хозяин предложил, да, выпить, поэтому они выпили. И владелец говорит, я пригласил тебя, потому что хотел обсудить с тобой один вопрос. Ой, а что я смогу с вами обсудить? Нет, я тебя пригласил в гости, потому что ты мне нужен. Вот, мне недавно царь поручил одно дело. И по этому поручению я должен выполнить кое-какую работу несколько лет за границей. Ой, царь вам поручил такое поручение? Да, он мне поручил это дело. Да, он меня знает хорошо, это очень важное дело, поэтому мне нужно прожить минимум 5-6 лет за границей. Ой, как вам везет, царь вам поручил дело. Ну, конечно, это для меня и для моей семьи честь. Так вот, я подумал. Да, после того, как я исполню его поручение, мне, скорее всего, нужно жить неподалеку от царя, поэтому я перееду в столицу. Да, поэтому я свой дом уже продал.
И также продал свои участки. Но что бы я хотел с тобой обсудить? У меня есть виноградник. И знаешь, наш виноградник находится там, и у нас все хорошо, земля хорошая, и солнце. И знаешь, у нашего виноградника, ну, просто чудесный аромат. Да, я еще не нашел такого винограда, который раздал бы такой приятный аромат. И также, знаешь, когда я насадил виноградник, я сделал немножко в уклон, чтобы виноградные лозы стояли хорошо под солнцем. Да, я хочу владеть этим виноградником всю жизнь. Да, и я сделал всю необходимую инфраструктуру, поэтому я также сделал точило для вина. Да, если люди просто станут на виноград, то можно выжать легко. Кроме виноградника, я все продал уже. А у нас самый ароматный и самый вкусный виноград во всем мире. Поэтому я не стал продать виноградник. Я хочу заново заниматься этим виноградником. Да, чтобы подарить царю вино, я тоже хочу выпить вина. Поэтому я искал человека, который может заниматься виноградником. Но знаешь, в прошлый раз ты у меня хорошо запомнился за то, что очень серьезно работал. Ой, уважаемый, что вы такого говорите? Разве я смогу хорошо заниматься работой в винограднике? Нет, я видел, как ты работаешь. Ты очень трудолюбивый человек. И в году мы много доходов получаем от виноградника. Ты можешь просто продать виноград, или можно сделать виноградный сок, или виноградное вино и продать. Вот, просто передай мне 1/3 из дохода, когда я отправлю слугу. А вот 2/3 вы сможете жить со своей семьей вполне изобильно и хорошо. И этот фермер очень сильно поблагодарил владельца участка. Для меня это честь, что вы такому презренному человеку поручаете свой виноградник. Как вы знаете, я еле сводил концы с концами, так как у меня не было своего участка. Да, если вы будете поручать мне виноградник, то я усердно буду ухаживать за виноградными виноградом и обязательно передам доход вашему слуге. Слушай, я правда не знаю, где ты живешь, но ты переезжай вообще в наш виноградник. Там есть еще дом, там много комнат. Дом вполне подойдет. Ой, хозяин, благодарю тебя, ты помиловал такого презренного человека, как я. Я не могу описать и передать свою благодарность. Большое тебе спасибо. Да-да, давай выпьем еще. Ой, господин, благодарю вас. И вот они выпили.
Хорошо, спасибо вам за предложение, пойду домой. Хорошо, ты завтра можешь сразу переехать в виноградник. А я перед отъездом посмотрю еще раз на свой виноградник. Большое вам спасибо. У этого молодого фермера было хорошее настроение. Немножко выпившись, он начал петь песню и пошел домой. «Дорогая, дорогая, встань!» «Да что ты хочешь? Дай мне поспать!» «Нет, нет, у меня есть хорошая новость! Встань, открой глаза и послушай меня!» «Да, жена проснулась, говорит, ой, ты, дорогой, поужинал хоть?» «Да, я поужинал». «Ты выпил? Где ты выпил?» «Был повод, чтобы отметить. Вот, послушай меня. Мы теперь богатые люди». «О чем ты говоришь, дорогой?» «Мы богатые». «Ой, ты так потрудилась. Мы можем больше не голодать». Жена смотрит на мужа, он пьян. И видит, что муж говорит такие слова, которые он не говорил раньше. Он такой счастливый. Жена спрашивает: «Так что случилось? Ты помнишь тот виноградник, в котором мы работали раньше? Вот, хозяин виноградника пригласил меня на работу. Я сегодня поужинал вместе с хозяином». «Ой, это был хороший ужин». И он предложил, и мы выпили с ним немного. А потом он, да, сказал мне: «Дорогая, ты хорошо потрудилась, а теперь мы богатые люди». «Так, о чем ты говоришь? Какие мы богатые люди?» «Да не переживай, мы богатые». Да, вот жена смотрит, у мужа хорошее настроение, а муж говорит дальше: «Так ты должна помнить виноградник, в котором мы работали. Вот хозяину царь поручил дело одно, поэтому он переезжает далеко отсюда. И он вернется только через 5-6 лет. И он говорит: «Если соберете урожай, то 1/3 только передайте, а остальное мы можем для себя использовать». «Дорогая, мы теперь богатые, богатые». «Да, эту возможность дал нам небо. Мы богатые люди. Ты много трудилась. Ты больше можешь не трудиться. Ты можешь больше не голодать. Я куплю тебе хорошую одежду. Куплю красивые туфли». Они были очень счастливы. Да, и следующий день они из своей маленькой квартиры арендной они переехали в дом виноградники. В этом доме было 5 комнат. И знаете, появились отдельные комнаты, кухня отдельная, и дети обрадовались: «Папа, теперь это наш виноградник?» «Да, он наш. С нами все будет хорошо». И когда наступила весна, то на виноградных лозах выросли цветы, а потом появились плоды. Да, через несколько месяцев на виноградных лозах выросли плоды. И эти плоды начали созревать.
И повсюду разносился аромат винограда. Да, у него было такое ощущение, что он напишет поэзию или споет от радости. Да, это чудесный аромат, это наш виноградник, это наш. Вот хозяин нам поручил на 5 лет виноградник. Я ему должен только 1/3. Он был очень рад. Вот, и плоды созрели. Он позвал 10 работников, и они начали срывать, собирать виноград. Весь день они собирали. Но они даже не успели собрать 1/50 часть. Ой, чтобы собрать весь урожай, минимум нужны 50 дней. Мне нужны больше работников. И они ягоды положили в точило. И двое босыми ногами встали на них и начали наступать. Но нельзя, конечно, работать человеку, кто валит грибком. И таким образом они выжали ягоды, и они превратились в сок. И они начали наполнять кувшины виноградным соком. Они целый день собирали плоды. Но виноградник был настолько большим, что они даже не успели 1/50 часть собрать. Ой, через 2 месяца мы не соберем. Позовите больше работников. И вот кувшины наполнились полностью вином. Однажды этот человек взял на телегу 10 кувшинов. Он поехал на базар и продал вино. И все люди хотели покупать у него вино за хороший аромат. И он продал вино за хорошие деньги. И вот столько денег у него появилось. Такое было ощущение, что это все происходит во сне. И он вызвал своих детей на улицу. И после работы они с детьми договорились сходить в ресторан. А дети до этого все время голодали, и они были рады тому, что они наконец-то пойдут в ресторан. А после ужина они пошли в магазин, купили хорошую одежду для детей. А в следующий день этот человек привез домой прекрасную карету. Ой, дорогой, эта карета откуда? Слушай, я купил эту карету. Она, правда, бэушная. Да, но нам понадобится карета, поэтому я купил за хорошие деньги. Да, эта карета действительно была хорошая. Поэтому этот фермер начал по-другому есть, по-другому носить одежду и по-другому начал жить. Вся его жизнь изменилась. Он собирал и собирал виноград, но не было конца. Он 1/3 отдельно отложил для хозяина. Да, он хотел передать это хозяину и начал копить деньги. Да, такое может произойти только во сне. Он по-другому начал есть, по-другому начал жить. Он перестал ходить пешком, начал ездить на карете. Однажды ему говорит жена: «Ой, у нашего второго ребенка плохое самочувствие. А у нас не было денег, чтобы пойти в больницу». «Слушай, может, мы сегодня подойдем в больницу, обратимся к врачу?» «Ой, как же мы об этом не подумали? Давно пора». «Слушай, побыстрее со школы возвращайся. Сегодня с папой пойдешь в больницу». Да, и он взял своего ребенка и пошел в больницу.
Да, врач его осмотрел и говорит, здесь нет ничего серьезного. Да, заплатите немного, я возьму за лечение вашего ребенка. И он заплатил деньги, а ребенок принимал несколько дней медикаменты. Раньше он об этом даже не мог представить себе, потому что не было денег. А теперь ребенок выздоровел. Теперь они покупают мясо. Да, он проводил счастливые дни. И фермер каждый раз думает, «О, я так благодарю господина». Он поручил свой виноградник такому презренному человеку, как я. Я очень благодарю господина. И время от времени он рассказывает своим детям о господине. Знаешь, нам было очень сложно раньше. Помнишь, мы были бедными. Но благодаря тому, что Господин нам подарил этот виноградник, поэтому мы начали жить хорошо. И поэтому, если Господин придет сюда, да, вы должны вежливо приветствовать Его. Вы должны хорошо к Нему относиться. Вы должны благодарить Его. Сказать Ему, что благодаря вам мы живем хорошо. И он сам время от времени благодарил господина и говорил об этом жене. Если бы этот господин не поручал бы нам этот виноградник, то как бы мы могли жить в таком хорошем доме? И как бы мы ездили на такой хорошей карете? А куда бы мы получили такие деньги? Как бы мы могли одеть своих детей и кормить хорошо? Как бы мы жили такой жизнью? И жена была счастлива. На самом деле, да, у них не было денег, чтобы купить одежду жене. А теперь у них много денег, поэтому покупали одежду. И он помогал бедным людям. И поэтому жители этого города совершенно по-другому начали смотреть на этого человека. Да, его постоянно благодарили люди. И когда к нему обращались за помощью, он помогал. Он живет такой жизнью, о которой раньше даже не мог мечтать. Это все благодаря нашему господину. Ой, господин поручил мне такой прекрасный виноградник. Я благодарю. А почему он не посылает своих слуг? Если бы они пришли, то мы бы приняли их хорошо. И постоянно своим детям говорил о том, как он благодарен господину. И по правде, он был очень сильно благодарен господину. Потому что до того, как господин поручил ему виноградник, он жил как нищий. Из-за недостатка еды, даже у жены не хватило витаминов. И вечером она очень плохо видела, еле-еле ходила. А так как они хорошо начали питаться, поэтому, да, и жена хорошо начала видеть. И дети были всегда слабыми, теперь они выздоровели. Они по-другому начали есть, по-другому начали носить одежду. Вся жизнь изменилась. Он проводил словно счастливые дни. И он, когда платил своим работникам после работы, то эти наемники говорили, ой, спасибо вам, пригласите еще раз нас на работу. Он стал влиятельным человеком, которым никто не мог пренебрегать. И каждый раз этот фермер думал, ой, я живу хорошо благодаря господину.
Он вполне мог бы поручить нам только половину из этого виноградника. Но он аж дал нам две трети. Две трети. Он может дать нам только половину. Да, я особо ничего не делаю. Сами ягоды растут и созревают. Но таким образом проходил год, два года. Да, этот виноградарь начал жить роскошной жизнью. И он стал очень счастливым человеком. Каждый раз он думал о Господине, а как он проживает? Ой, как бы я мог жить такой жизнью, если бы Господин не дал бы этот виноградник? Он поручил этот виноградник мне. И благодаря ему я приобрел огромный доход. У него всегда была благодарность к хозяину. Если бы тогда был видеочат, как сейчас, он бы каждый день отправил бы хозяину фотографии. Но эта история произошла во времена Иисуса. И однажды вечером виноградарь немного выпил. И он был немного пьян. Из песни он возвращался домой. И он заметил некоторых людей у виноградника. «Эй, а вы кто?» Да, он говорил. «Ой, нас отправил Господин». Не знаю, мы попали туда, куда нужно, но господин отправил за платой. И виноградарь подумал, ой, наконец-то господин послал своих людей. Ой, как хорошо, мне нужно хорошо относиться к ним. Но сам того не замечая. Он сказал этим людям, ну понятно, что вас отправил господин, а почему вы так со мной дерзко разговариваете? Он сам от этого испугался. Этот человек собрался хорошо принять слуг господина. Не знаю, из-за того, что он выпил, но он очень резко с ним начал разговаривать. Да что? Что мы вам такого сказали? Мы пришли только за платы. Что вы говорите? Эй, как ты со мной разговариваешь, идиот? Он сам не понимает, что делает сейчас. Он хотел быть добрым к слугам хозяина. И он также говорил своим детям, чтобы они были добры к хозяину и также к слугам. Но очень странно, сам того не замечая, начал разбушеваться. «Эй, почему вы так нагло со мной разговариваете? Это вы хозяева, что ли? Эй, ты что ли хозяин? Если пришел за доходно, то будь спокоен, чего ты так наглеешь? Ой, уважаемый, почему вы так злитесь на нас? Что мы вам такого сказали? Ой, смотрите, как они высказываются. Вам что, дать в хрюсло? Так почему вы злитесь? А разве вы меня не спровоцировали? Разве нет? И знаете, этот фермер сам себе показался странным. Он хотел быть лояльным и преданным к своему хозяину. Но сам того не замечая, говорил такие вещи и слова слугам. И он говорил про себя, ой, мне нельзя так говорить. Но постоянно говорил такие слова. И слуги от господина сказали фермеру, ой, господин, мы же вам ничего такого не сказали, мы пришли просто за платой. Почему вы злитесь? Вы же начали наглеть. Да, не делайте вид, что такого не было. Да, этот человек хотел быть добрым к ним. Да, к нему пришли слуги от господина. Но сам того не замечая, он начал злиться на них. И между ними произошло столкновение.
Виноградарь говорит: «О, я хотел быть хорошим, но вы перешли грань. Я думаю, что вам нужно дать в глаз». И так он начал драться с ними. А слуги говорят: «Что вы делаете? Успокойтесь! Думаете, я смогу успокоиться?» Он ударил в одного. А тот упал резко и умер. И виноградарь испугался. Он пришел в себя и подумал: почему я так поступил с ними так? Другие слуги разбежались. Он вернулся домой. О, я хотел быть добрым к хозяину. Я бы хотел быть хорошим для него. Но почему я так поступил? Ой, что мне сказать ему? Я ведь убил его слугу. И жена ему говорит: «Дорогой, что с тобой сегодня не так? Вот эти слуги тебе ничего не сказали. Почему ты злишься на них?» «Ой, дорогая, мне тоже кажется, что я сошел с ума. Я хотел быть добрым и преданным хозяину. Ой, а почему я же так поступил? Наверное, я не был в своем уме». Знаете, обычно люди так не поступают. Знаете, на протяжении 10 лет в городе Тэджон и Суон я в колониях проповедовал осужденным. И знаете, в колониях сидят и тяжелые преступники. Там убийцы или такие преступники. Я читал лекцию для них. Открывал Библию и проповедовал Слово. И знаете, эти люди единогласно говорят о том, что они не были в своем уме, когда совершали преступление. Ой, словно мы были как одержимые. Я вовсе не собирался так поступать. Я не собирался грешить. Вот, большинство осужденных говорит так. Из них есть убийцы. Я нашел одного, встретил молодого человека в колонии, а он считается главарем в колонии. И знаете, когда он считается главарем, то на шапке он прикрепляет, да, три значка. А у обычного капитана два значка, а у старости только один значок. Знаете, осужденные не могут ходить повсюду, есть ограничения. Но если у человека два значка, он может свободно ходить по всей колонии. А у старосты по одному значку, поэтому двое старостов могут ходить вместе тоже свободно. А у этого человека были три значка. То есть он такой самый главарь, капитан. Это было очень хорошо. И знаете, я раньше проповедовал по радио. И однажды вот начальник отдела по воспитательной работе колонии Сувон слушал мое слово. И ему это слово понравилось. И этот начальник запомнил мое имя. Однажды в колонию пришла посылка. Да, кто-то отправил журнал именем «Благая весть». И когда он открыл этот журнал, то на первой странице была проповедь пастора Супак. Да, он хотел со мной встретиться, поэтому позвонил в издательство Good News, и он позвонил мне. «Пастор, приезжайте к нам в колонию Сувон в гости». И я поехал к ним. И он был очень рад меня видеть.
и попросила, чтобы я проводил там библейские занятия. Каждую неделю в понедельник мы собрали всех осужденных, и я проводил там библейские занятия. И однажды я поехал туда, и знаете, в колонии есть отдел по воспитательной работе. Ну, знаете, люди сидят там на стульях. И там есть класс для того, чтобы осужденные могли учиться. И там обычно собрали всех осужденных. А я еду и читаю там проповедь. Я сидел там один, и пришел начальник отдела по воспитательной работе. И он начал ругать сотрудников. «Ой, кто сказал принять пастора именно тут? Если он приедет, то вы должны принять его в кабинете отдела по воспитательной работе». И можно сказать, я стал заместителем начальника отдела по воспитательной работе. Я всегда поэтому сидел в его кабинете и индивидуально общался с осужденными людьми, проповедовал Евангелие. И поэтому каждый понедельник в течение 10 лет я общался и проповедовал осужденным. Знаете, у осужденных есть свои секреты. Они скрывают большинство преступлений, которые совершили, и на судебном заседании говорят только о том, что обнаружилось. И знаете, у них есть секреты. Но знаете, люди хотят другим рассказать о своих секретах. Но большинство этих секретов касается их преступлений. Но они не могут об этом рассказать всем подряд, поэтому многие люди рассказывают с гордостью мне. И вот, когда я попал в эту колонию, то этот молодой брат, который есть главарь, он получил спасение и стал нашим братом. И однажды мы с ними беседовали. А этот человек вообще спокойный и мягкий, поэтому не может открыться полностью. И знаете, когда спрашиваешь у преступников о их преступлениях, это не считается уважением. И это неприлично. Но я подумал, этот брат такой хороший, и за что он попал в колонию? Мне было интересно. Я спросил: брат, а за что ты попал в колонию? Это вообще неприлично, нельзя спрашивать о таком. Вот любопытство, я спросил. А до этого он так со мной весело разговаривал. Но когда я спросил: брат, а за что ты попал в колонию? Он покраснел резко и говорит: я попал сюда за убийство и за покушение на жизнь. То есть он убил одного человека, и он был пойман, когда он попытался убить еще одного. Ой, что? За убийство и покушение на жизнь? Я этому не смог поверить. Как такой добрый человек, как брат, мог совершить убийство? Но это было правдой. Знаете, потом он, проливая слезы, рассказал подробно о том, как это произошло. А этот брат сейчас после освобождения живет очень хорошо, он женат. Он такой человек, как ангел. Для меня это невозможно, чтобы этот брат совершал убийство, но он убил человека. И он попытался убить еще одного человека, и он был пойман. То есть за убийство и за покушение на жизнь. Он очень добрый человек в наших глазах. Он такой спокойный и мягкий, как женщина. Я не смог просто этому поверить. Но если такие люди совершают преступления, они совершают тяжелые преступления.
То есть в колонии находятся не только ужасные люди с татуировками, а порой замечаешь очень спокойных людей. Но однажды эти люди тоже совершили преступление. И эти люди говорят единогласно о том, они рассказывают о своем прошлом. И говорят: пастор, я тогда был одержимым. Я был не в своем уме, пастор. Я даже об этом не мог представить. Да, многие люди так говорят. В колонии нет страшных людей там с татуировками. Я знаю лично почти всех известных главарей преступных групп в Корее. Вот, на некоторых ты смотришь и удивляешься, а он правда главарь преступной группы? У него руки такие маленькие, как у женщины. Да, иногда он бывает таким, да, мягким человеком, как женщина. Но знаешь, когда мы были в колонии Тэджон, у него было много своих людей. И когда он проходил мимо, то есть эти люди стояли перед ним на коленях. Я просто этого не мог поверить. Знаете, люди знают себя очень плохо. Даже никто не мог представить, что человек может совершить такое преступление. Да, и эта история виноградаря о том же. Этот человек еле сводил концы с концами и еле-еле питался. Но начал жить хорошо благодаря тому, что господин ему поручил виноградник. Он получил благословение. Он по-другому начал есть. Он по-другому начал носить одежду. Он по-другому начал жить. Да, он стал самым богатым человеком в городе. Да, он пожертвовал своими средствами для бедных людей. Ездил на драгоценной карете. Он нанимал работников. Он жил роскошной жизнью. В городе все знали о нем. А этот виноградарь продумал: это все благодаря господину. Да, я всю жизнь буду благодарить господина. Он это все сделал ради меня. Я должен быть добр к господину. Я должен хорошо управлять виноградником. Я должен угождать господину своему. Он все время думал об этом. Но однажды он встретил слуг, которых отправил господин. Хотя он об этом даже не подумал. Слуги просто разговаривали с ним. «Эй, вы же пришли ведь за платы, а почему вы так нагло со мной ведете себя?» Потом этот виноградарь сам испугался. Он даже не подумал о том, что скажет так. Сам того не замечал, эти слова вышли из его уст. «Так что мы вам сказали?» «Чего вы дальше оговариваетесь? Вы хотите что, смерти?» Виноградарь сам не понимает, что происходит. Он не хотел так себя вести. Он, наоборот, хотел быть добрым к ним. Он хотел жить ради господина. Потом состоялась ссора между ними. Вот одного из них ударил, а он умер. Ой, Боже мой. Да, настал вечер. Жена говорит: «Дорогой, почему ты так поступил сегодня? Ты всегда детям говоришь, что благодарен господину, что мы должны хорошо относиться к господину. Но как ты смог так поступить со слугами господина? Я подумала, что ты с ума сошел». «Дорогая, я кое-что не знаю. Я сам не понимаю, почему так поступил. Я хотел быть добрым. Я очень сильно благодарил господина». Дорогие, послушайте. И знаете, у людей бывает иногда такое. Когда супруги ссорятся,
Да, к примеру, жена поссорилась с мужем. И после ссоры муж идет на работу. А жена одна думает. Ой, ведь муж должен был уходить на работу с хорошим настроением, а мы каждый раз ссоримся перед работой. Да, сегодня я не права перед ним. Ой, почему же я такая злая женщина? Муж, он ведь трудится для нас. Дорогие, особенно братья, и вы должны знать, все женщины так себя ведут. И женщина сожалеет об этом целый день. Ой, мой муж трудится ради меня, ради моих детей. Да, она сожалеет об этом каждый день. И решается сказать, прости меня, когда муж вернется. Потом она пошла в магазин. Она покупает мясо и готовит любимую еду мужа. И настал вечер. И жена думает, когда муж придет, я скажу, прости меня, и мы поужинаем вместе. И зазвенел звонок, муж вернулся домой. И вдруг какая мысль появилась. Вот чертов, он опять пришел домой. Хотя она не собралась так думать. Я спросил у многих женщин, это правда? Да, они говорят, что бывает такое. Да, дорогие, этот виноградарь хотел быть лояльным к своему господину. Ведь он живет таким счастливым благодаря господину. Он хотел быть добрым и лояльным к господину. Но сам того не замечая, он так поступил со слугами, и он потом говорит, почему он так поступил? Если послушать историю преступников там, из колонии, они хором говорят, ой, пастор, мы не были в своем уме, когда совершили преступление. Я не собирался так поступать. Я сам не знаю, почему так поступил. Я был словно как одержимый. Да, большинство осужденных думает так. Да, они совершают такие страшные дела, о которых даже не могли подумать. Да, большинство убийц так говорят. Они не такие страшные люди, как, да, с татуировками. Нет, большинство из них спокойные, мягкие люди. Но эти люди совершат убийство, их арестовали также за покушение на жизнь. Если послушаешь их историю, они говорят об одном. Ой, пастор, я был не в своем уме тогда. Я не собирался так поступать. Многие жены говорят, пастор, я хотела быть доброй к моему мужу. Но я не знаю, откуда приходят такие мысли. Вдруг резко такие мысли приходят в мою душу. Я не знаю, почему так происходит. Да, такое бывает у многих. О, когда вы будете в колонии, точно увидите. Да, и когда я ходил в колонию, да, чтобы проповедовать осужденным, я смог хорошо понять 12 главу Евангелия от Марка. Да, чтобы понять эту историю, нам нужно еще немного подумать, когда какие-то события происходят. Да, к примеру, женщина хотела прелюбодействовать. Конечно, в этом моменте появляется мысль и желание совершить прелюбодеяние. А потом с другой стороны говорит, мне нельзя прелюбодействовать, если меня поймают, меня побьют камнями. Может быть, я умру. Да, такие мысли тоже приходят.
Но опять с другой стороны мысли говорят, ну, давай один раз, и этим закончим. Понимаете, есть мысли, которые ведут человека в том направлении. Но мало кто знает, откуда пришли, от кого пришли эти мысли. К примеру, ученик Иисуса, Юда Искариот, предал своего учителя. Да, в 13 главе, во 2 стихе Евангелия от Иоанна. Написано, и вовремя в вечере, когда дьявол уже вложил в сердце Юде Симонову Искариоту предать его. Юда Искариот думал, я не предам Иисуса. А почему я должен был предать? Да, такое решение он принимал. Но все-таки однажды он не смог преодолеть мысль о дьяволе предать Иисуса. Порой в вас злой дьявол действует. Я не хотел совершать такие ужасные поступки. Я хотел поверить в Иисуса. Я хотел жить искренне. Я хотел быть добрым к своему мужу. Я хотел быть добрым к своей жене. Я был не в своем уме. Вы согласны с этим? Понимаете, о чем я говорю? Да, этот виноградарь не хотел так поступать с хозяином. И хозяину было очень обидно. Поэтому отправил еще других слуг. Однажды он заметил, что больше слуг пришло. И виноградарь подумает, ой, почему я так поступил с господином? Что мне сказать ему? А потом слуга говорит, «А чего вы такой толпой пришли? Вы хотите потягаться со мной? Ну хорошо, постойте, я тоже соберу своих людей. Только подождите». Он собрал жителей города. «Ну что, подеремся? Нападайте». Слуги говорят, мы не для этого пришли. Да, хозяин отправил нас к вам за доходом. Успокойтесь, дайте нам доход. И вы говорите, что пришли с такой толпой, чтобы получить плату. Вы не хотите с нами подраться? И драка началась. Да, многие люди получили травму. Да, и господину было очень обидно. И в конце концов, он своего единого сына отправил. Ой, должно быть, виноградарь не был в своем уме. А если я отправлю сына, то он его послушается. И он заметил, что пришел уже сын господина. И на самом деле виноградарь хотел встать на колени перед ним и со слезами просить прощения. «Ой, господин, простите, я совершил большой грех, что заслужил смерть. Простите меня, пожалуйста. Вот ваша часть дохода. Я хотел быть добрым, я должен быть с масла шел, я не был в своем уме». Он так хотел сказать. А с другой стороны говорит, «Все кончено. Все уже кончено. Ты уже натворил проблему. И какой смысл просить прощения, ведь слуга уже умер? Если уж так сложилось, убей и сына господина. Господин уже стар. Долго он не проживет. А если он умрет, этот виноградник будет моим». На самом деле, дорогие, никто из нас не думает так. Не хочет так думать, но так как дьявол вложил в сердце Юда Искариот предать Иисуса. И в конце концов, Юда Искариот предал Иисуса. Дорогие, вы живете не только по своему сердцу. Пока Иисус не войдет в ваши сердца и не завладеет ими, и не будет вести вас. Если дьявол вкладывает мысли в ваши сердца,
так же, как и в сердце Юды, то вы станете злыми людьми. Сколько бы вы ни старались поверить в Бога, как бы вы ни старались хорошо служить Господу, жить хорошей жизнью, но если злой дух вкладывает такую мысль, то мы все будем злодеями. И когда я общаюсь с тяжелыми преступниками, они говорят одинаково, хором. Пастор, в тот день я был не в своем уме. Я чувствовал себя одержимым. Я не собирался так поступать. Я хотел быть хорошим. Но я сам того не замечаю, поступил так. Словно говоря, ты вел меня за собой. Я слышал много раз так. Что мы должны понимать? Дорогие, никогда не надейтесь на себя. Как бы вы ни хотели жить искренне, как бы вы ни хотели быть добрыми к своему Господину, как бы вы ни хотели хорошо поверить в Иисуса, как бы вы ни хотели жить чистой жизнью, как бы вы ни хотели жить ради Господа, но если дьявол действует, то вы согрешите и противостанете Господу. Но люди, которые об этом не знают, да, несмотря на то, что дьявол их обманывает, они об этом не знают. Вот один получил спасение в нашей церкви. Да, мне было очень радостно за этого человека. И мне однажды позвонил один брат и говорит мне: «Вы разве пастор? Ходите только и обманываете людей». Говорит такие слова, которые я даже не мог представить раньше. «Хорошо, брат, скажи, как я обманываю людей?» «Я не хочу с вами разговаривать». Да, сатана обманывает таких людей, чтобы они поверили в такие слова. Да, мне очень жаль такого человека. Ведь они пришли в нашу церковь и получили прощение грехов, и они служили Господу и Евангелию, и они вместе с нами проливали слезы. Он точно так же, как Иуда Искариот, который испытал деяние и силу Господа, в конце концов предал его. Если вы будете надеяться на себя, если вы будете верить своим мыслям, то вы обязательно будете такими же, как Юда Искариот. Слишком многие люди, да, я их встретил в колонии. Все они говорят, что они не были в своем уме. Наверное, у вас тоже было такое ощущение. Вы не собирались так поступать, но так получилось. Но есть важный момент. «О, я больше не буду выпивать, больше курить я не буду, я не буду больше играть в азартные игры, я не буду больше принимать наркотики». Да, в этих словах нет никакой силы. Если нас ведет злой дух за собой, то мы будем совершать такие вещи постоянно. Поэтому, дорогие, какой жизнью мы должны жить? Мы должны перестать надеяться на себя. Но мы должны надеяться только на Иисуса. «О, я ведь жил, да, доброй жизнью». Многие люди говорят: «Я так дальше смогу жить». Да, я видел многих людей в церкви. Эти люди получили прощение грехов кровью Иисуса. И среди тех людей, которые говорят, что по благодати они получили спасение, но они очень быстро и резко впадают в зло. Многие люди противостанут Господу, и многие люди противятся церкви. Поэтому мы должны перестать верить в себя. Если мы начинаем надеяться на себя, то сами того не замечая, дьявол быстро обманывает вас. Вот, к примеру, в христианской истории люди, которые погубили духовных лидеров, были их ученики. Кто-то
Да, когда эти духовные лидеры умирали и попали в темницу, то их ученики, которые учились у них, доносили о них и предали. Я тоже много раз испытал такие вещи. Я, люди, которых я учил истине, вот эти люди стали противниками, клеветуют, клевещут нас ложью. Да, у нас люди такие. И вы можете быть такими же. Если злой дух начинает действовать в вас, поначалу виноградарь хотел быть добрым и лояльным к своему господину. Он всем сердцем хотел служить своему господину. У него была всегда благодарность к хозяину. Но в конце концов он убил сына хозяина и сам стал истребленным. Кто так поступил с ним? Да, это был злой дух, который вложил в сердце мысль. Дорогие, поэтому мы должны перестать надеяться на себя. Даже если мы поступали по-доброму, мы должны перестать надеяться на это. Даже если вы не причиняли ущерб другим людям, но если сатана действует, то вы моментально станете другими и станете противниками Бога и церкви. Если вы не будете жить верой в Господа, если вы не отречетесь от себя и не станете верить в Иисуса, если вы будете жить по своим мыслям, то как этот виноградарь. Да, несмотря на то, что он все время говорил, мы должны хорошо относиться к своему господину, и детям говорил об этом, но в конце концов убил сына господина. Сатана намного коварнее, чем мы думаем о нем. Он очень хитрый. Он обманывает. Если мы будем надеяться на себя, то вы будете такими же, как виноградарь. Поэтому, дорогие, перестаньте надеяться на себя. Веруйте только в Иисуса. Господь, если Ты меня не поддерживаешь, несмотря на то, что у нас не было проблем до сих пор, я могу совершить любые преступления. Господь, я могу стать Твоим противником, поэтому даруй мне свою благодать, защити меня, помоги мне, пожалуйста. Если у вас не будет такого сердца перед Иисусом, если вы будете жить по своему сердцу, если сатана вложит злую мысль, то Иуда Искариот после этого предал Иисуса. Петр, который говорил, что он никогда не отречется от Иисуса, отрекся. И мы тоже можем совершить такую же ошибку. Дорогие, перестаньте надеяться на себя. Я надеялся на себя до 1962 года. А в том году я понял, что потерпел полностью провал. Все, что я делал, это была грязь. Поэтому с того дня я перестал надеяться на себя. Я начал надеяться только на Иисуса. Конечно, я не говорю, что я не ошибался после этого. Я тоже бываю слабым, немощным и совершаю ошибки. Но до сих пор я мог проповедовать Евангелие благодаря благодати Господа. Вы не должны пытаться себя сохранять. Перестаньте надеяться на себя. Верьте только Слову Иисуса. Поручайте себя в руки Иисуса. Надейтесь только на Иисуса. Тогда Иисус освободит от иго злого дьявола. И верую, что Господь будет вести вашу жизнь самым благословенным путем. Да, многие люди, которые говорили, что верят в Иисуса Христа, теперь деградировали, так как эти люди надеются на себя. Поэтому давайте не будем надеяться на себя, будем верить только в Иисуса. Если Иисус будет вас вести, да, несмотря на то, что есть разные искушения, то вы сможете жить верою. И до пришествия Господа вы сможете жить славной жизнью. На данный момент многие люди вышли из церкви и впали в грех и зло. Да, чтобы с нами такое не произошло, давайте перестанем надеяться на себя, мы будем верить только в Иисуса. Потому что Господь вас сохранит, если Господь вас защитит.
то вы можете сохранить свою драгоценную веру к Господу Богу. И верю, что до пришествия Господа вы будете жить благословенной жизнью. Помолимся. Святой Отец, благодарим Тебя. Мы отвратительные и ужасные люди. И часто мы думаем о том, что мы искренние, хорошие люди. Да, мы можем сказать так, но так как мы не можем преодолеть дьявола, и сами того не замечаем, мы очень часто впадаем в зло и грех. Виноградарь хотел хорошо поступать. Он благодарил Господина. Но он в конце концов убил сына господина. Хотя он благодарил господина, но он совершил такое дело, о котором раньше не мог даже представить. Да, и такое с нами происходит. Господи, дай нам поверить в Иисуса. Господи, дай нам жить через Иисуса. Господь, помоги, чтобы мы могли служить Тебе и жить счастливой и блаженной жизнью. Господь, веди нас. Благодарим Тебя. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь.